Я сейчас просто вот сейчас делаю все возможное. Блять! Да это пиздец какой-то! Как, блять, это возможно? Да ебаный в рот! Да как? Как это? Вот как? Я не знаю, эта машина просто убийца, блять, какая-то. Она причем убивает, знаете, вот как реально какой-то маньяк. Вот даже маньяк, потому что эта машина убивает как-то из-под тишка, и ты этого не ожидаешь. То есть, если М5 начинает пидорасить, ты это понимаешь, все нахуй, приехать! Здесь ты просто едешь. Я как-то ее удержал. Ну, вот, вот скажите, здорово сейчас хуйня была? Вот здорово, просто вот нормально вообще, по-здоровому это выглядело, нет? Посмотрите на Мерсел сейчас, пожалуйста. Как бы все машины стоят нормально, блядь. Но, сука, у Мерса какого-то, блядь, эта машина точно меня доведет. Я вам отвечаю, если вы не смотрели прошлую серию, посмотрите, пожалуйста, потому что я там как бы, ну, бомбил на нее, потому что это самая худшая машина в игре. Нахуя он занизился, блядь? О, ебать! Это что такое, нахуй? Чё, пневма упала, которой нет? Ебать, эта машина реально меня доведет. Что это было? Вот может кто-то прокомментировать вообще вот эту ситуацию, то, что сейчас происходило? Если все, что может произойти, это произойдет как бы, ну. И ты пытаешься там бороться. Здесь ты уже ничего не сделаешь. Блять, а? Это пизда. Там штрафы. Вот, прямо едет и вот, в принципе, неплохо. Смотрите, пытаюсь рулить. Вот, вот, блять, все начинает. Ну как? Вот, блять! Чего, блять? Чего, блять? Чего, блять? Чего? Что? Чего ты творишь вообще? Ты вообще, блядь, меня ненормальным сделаешь, машина! А может, наоборот, надо против системы? Вот пытаться с ней бороться. Вот смотрите, буду бороться, и может быть... Во, смотрите. Во, надо ее просто контролить дальше. Похуй. Пускай выебут. Я не хочу в больнице оказаться. Как же меня... Заебала эта машина! С вами, друзья, обсудили? Я понял. Когда я выезжаю на Широне потрюкачить, у меня получается полная... Ну, блядь, ну такое, типа, я... Я, конечно, ничего не хочу говорить. Смотря куда мы приземлимся, блядь, сейчас. Ух, ебать, слайдик. Припарковался. Мамочка, готовь пельмеши. Как... А, что? Что? А, то есть нормально, да? То, что я пролетел сейчас через всю карту, а пацаны такие, оп, а мы тут, блядь, уже. То есть как бы не, как ни в чем не бывало. Просто, знаете, как будто я ехал просто по дороге. Они такие, оп, через секунду просто появились рядышком. Блядь. Так, тихо. Ну, тут получится сейчас довольно-таки прикольно, наверное. Сейчас, подождите. Бля, как же я люблю дрочить. Особенно буковку К. Больше Лос-Сантоса, как говорится, в хату. Чё? Ну того, ёпта. Чё спрашиваешь-то? Так, опа. Тихо. Если бы я сейчас прошел между пальмами, я бы себе в очко плюнул. Реально, так прям, это интересно, как он. Сука, пора и скажу, что самому смешно. Понимаете уже, да? Ага, вы думали, я утонул? Ага! Блять, утонул.